Всем привет, это 11-й эпизод нашего Real Aroma Show. Вино продолжает накапливаться, сегодня мы разыгрываем 3 бутылки. Первая нотка — это свежий аромат мускатного винограда. Наверное, единственный вариант, когда в самом вине ощущаются нотки именно винограда. Мускат пахнет мускатом в Эльзасе, Лангедоке, долине Роны, Австрии, Греции и Австралии. Второй аромат — это нотки голубики, она никогда не доминирует и чаще всего отлично переплетается с нюансами черной смородины и черники. Появляется чаще всего в винах, которые были произведены в солнечном климате на основе мальбека, шираза и каберне совиньон. Третий аромат — это шикарная нотка тимьяна, чаще всего появляется в красных винах, которые отображают средиземноморский терруар. В основном это Франция, вина юго-запада или Прованс. Ну что ж, довольно интересные ароматы у нас сегодня. Посмотрим, угадает ли их Юрий. Всем привет, меня зовут Юрий, и я люблю нюхать. Время пошло. Давай. Можешь говорить, что ощущаешь? Цветы какие-то, но... Ну какие цветы? Еще есть время, давай. Дыня. Ну, дыни уже была, кажется. Дыня была, дыни точно нет, подсказываю. О! Ух, вообще. Тяжело, да? Да. Еще 20 секунд, есть время. Первый аромат. Первый аромат — сирень. Давай дальше, еще 10 секунд. Второй аромат — какой-то фрукт. Одна, две секунды, время. Первый аромат, мне кажется, у нас сирень. Второй аромат — персик. Третий аромат — не нашел ничего, кроме как какое-то лекарство. Юрий, к сожалению, ты не угадал наши ароматы. Но вот тебе карточки, теперь ты знаешь у них все. Первый — это был мускатный виноград. Второй — это у нас была голубика. А третий — это был тимьян. Вау. В связи с тем, что Таня Руденко пропустила свою очередь, следующим участником будет именно она.